Сегодня у школьников России был единый урок победы. Все города и поселки страны в режиме онлайн объединила лента истории. На прямой связи с образовательным центром в Москве был и лицей Реутова. Дмитрий Дмитриев наблюдал из первого ряда. Их учителем была война. Сегодня они сами в роли педагогов. Перед школьниками России выступают ветераны. Одно из первых слово берет Зинаида Бажанова. Я вот увидела этого солдата немецкого. Он вдруг развернулся и побежал обратно от меня. Я думала, Боже, я благодарю тебя, что ты спас меня. Они смогли выжить и спасти страну от фашизма. О том, как это было, рассказывают лицеистам. Те внимательно слушают. Говорят, главное даже не рассказ, а эмоции. Страшно представить, как такое можно пережить. Это, конечно, нельзя полностью ощутить то, что ощущал этот человек, но аж мурашки бегут после вот этих минут. А это интерактивная часть урока. Он сегодня единый по всей стране. Идет в режиме онлайн. Ведут министры российского Кабмина. Из Подмосковья на видеосвязи только две точки. Одна из них на карте Реутова, вторая – Серпухов. Вот сейчас 70 лет. 70 лет – это возможность оглянуться назад и посмотреть, что же мы смогли сделать за то время, когда закончилась Великая Отечественная война. С этого урока в России стартовал месячник победы. В программе «Патриотические акции», встречи и подготовка к большому юбилею. Дмитрий Дмитриев, Евгений Пуговкин для РТВ.